вора в законе Рамаза Цакаридзе, известного как Рамаз Багдадский, задержали в Киевской области. Об этом сегодня сообщает Нацполиция Украины. Известно, что 45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. Некоторое время проживал на территории России в Туле. А в 2011 году прибыл на Украину. С тех пор правоохранители несколько раз задерживали его и депортировали, однако он возвращался с чужими документами. По данным начальника Главного управления национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, Цакаридзе поддерживал связь с другими ворами в законе. На встречах они договаривались о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Рамаз Багдадский контролировал такие криминальные сферы, как рейдерство и квартирные кражи. В настоящий момент его поместили в пункт временного приема иностранцев как лицо без гражданства. После официального установления личных данных вора в законе будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины. Таким образом, Нацполиция Украины продолжает последовательно бороться с иностранцами, влияющими на криминогенную ситуацию в стране. 5 февраля стало известно о задержании в Киеве 25-летнего грузинского законника Георгия Келадзе, Гига Зургецкий. 14 февраля после задержания был депортирован в Грузию криминальный авторитет Папунау Грихелидзе, а в первых числах марта сотрудники Нацполиции Украины задержали и выдворили из страны вора в законе Поликарпа Джанилидзе. Пали. Позже из страны был выслан гражданин России, чеченский преступный авторитет Заур Дамбаев, которого местные правоохранители называют бывшим вором в законе, известным в криминальных кругах под прозвищем Хасан. В начале марта при попытке незаконно перейти на территорию России в 50 метрах от государственной границы был задержан 52-летний гражданин Грузии Сумбат Абасов, являющийся вором в законе по кличке Сумбат Тбилисский. А на прошлой неделе в Киеве во второй раз за последние полгода задержали 26-летнего вора в законе Гигу Петриашвили, известного как профессор. В сопровождении полиции уроженцы Грузии, постоянного проживающего в Турции законника, доставили в аэропорт и посадили в самолет до Стамбула.